В рамках рабочего визита в Республику Татарстан Казанский университет посетили представители посольства Индии в Российской Федерации. Все подробности далее. Встреча прошла на площадке Института фундаментальной медицины и биологии. Гостям рассказали о деятельности Казанского университета, а также провели экскурсию по симуляционному центру и учебному анатомическому музею. Я прибыл в Казань вчера, был очень впечатлен городом. Что касается университета, он напоминает целый город, маленькую цивилизацию. О Казанском университете мы были очень наслышаны и будем рады развивать с ним дальнейшее сотрудничество. Отметим, что на сегодняшний день в ВУЗе обучается 132 гражданина Индии. Из них 127 учатся в Институте фундаментальной медицины и биологии. Поэтому в рамках визита гости также встретились с индийскими студентами, которые поделились с представителями посольства впечатлениями об учебе в Казанском университете. Многие из наших студентов в разгар пандемии остались здесь. И большое спасибо руководству Казанского университета и правительству Республики Татарстан за эту поддержку, которая была оказана им. Студенты очень рады обучаться здесь. Им очень нравятся исследовательские комплексы вуза, дающие большие возможности студентам. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз.